В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялось официальное открытие летней лингвистической школы. Участниками стали преподаватели, магистранты и аспиранты КФУ, а также преподаватели английского языка из различных городов России. Основной целью летней школы является изучение когнитивных аспектов речевой деятельности. Наш институт, точнее наш университет, находится на 109 месте в мировом табеле рангов в области лингвистики, в рейтинге QS, а также мы входим в топ-200 в области современных языков, Modern Languages, а также в топ-250 в области рейтинга English Language and Literature. В рамках школы уже прошел ряд семинаров, на которых обсуждались вопросы, связанные с проблемами сложности и читабельности текстов. Главным событием стал приезд профессора, главного научного сотрудника университета штата Аризона Даниэля Макнамара. Ну и, конечно же, исследования профессора Макнамары интересны практикам, педагогам, преподавателям высшей школы, а также преподавателям средней школы. Это исследования в области сложности текстов прежде всего. Несомненно, они будут интересны и полезны всем участникам международной летней школы, а нам остается только пожелать им успешной работы, новых продуктивных научных идей и открытий. Летняя лингвистическая школа будет проходить на базе КФУ до 29 августа. Артем Тупичкин, Ильсина Тимерова, Рустем Садриев, Дмитрий Варламов, Универньюз.